Поход в кино для детей всегда праздник. На площади перед кинотеатром «Комсомолец» ребята в сопровождении взрослых стали собираться за полчаса до сеанса. Я не могу просто удержаться, я хочу быстрее его видеть. Он просто, наверное, будет хороший, прикольный и красивый. Я люблю мультик «Букасик». Я очень рада. В ожидании встречи с новыми персонажами дети вспоминали свои любимые мультики. В кино сегодня они пришли по приглашению адлерского депутата. По инициативе депутата городского собрания Сочи Анжелы Альбертовны Селюковой подобные мероприятия стали уже доброй традицией. Сегодня мы проводим в честь Дня защиты детей такое мероприятие. У нас собрались более 300 ребят из многодетных семей. Для них мы показываем премьерный мультфильм в формате 3D. Социальные бесплатные показы проводятся традиционно. Адлерские дети в числе первых увидели новый фильм французских мультипликаторов. Елена Всецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.